Уже через несколько часов истекает срок ультиматума, который предъявила властям Молдавии оппозиция. Десятки тысяч протестующих ожидают ответа на свои требования. Отправить в отставку правительства, распустить парламент и объявить досрочные выборы. Если этого сделано не будет, обещают перейти к акциям гражданского неповиновения, блокировать трассы, аэропорты и железную дорогу. Конкретный план действий должен будет огласить Комитет национального спасения, созданный митингующими. Массовые протесты, идущие в Молдавии сентября, усилились на прошлой неделе, когда новым премьером был утвержден демократ Павел Филипп. Не согласны с этим решением, сторонники оппозиции даже прорвались в здание парламента. В столкновениях с полицией пострадали более 30 человек.